Ай, блин, то он забагуется где-то, его не видно, не слышно, то он лазит. Огнетушитель забрал! А ну-ка верни его, правильно, правильно. Эй, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV. Мы продолжаем играть с вами. Привет, сосед 2, Альфа 1 и 5. В прошлом видео было ознакомительное такое у нас видео. Мы с вами полазили, посмотрели, что нового. Сейчас я собираюсь кое-что проверить. Уже начнем действовать конкретно. Вот, я после записи вчера, когда записывал ролик, я полазил, уже кое-что сумел там сделать, сейчас я вам все покажу. Вот, ну на самом деле немного, я толком не играл, я так просто немножко там побегал, минут 5. Просто попробовал кое-что сделать, и у меня получилось. Вот, и собственно сегодня мы будем заниматься, развивать эту тему дальше, какую сейчас я вам покажу. Вступительный ролик, для тех, кто не знает, наш главный герой так и продолжает сидеть в своем вагончике, наблюдать за вороном, да, собственно, выяснять, что случилось с Валеркой, который пропал. А тут Хэллоуин, и дети пришли к ворону, и в тот момент, пока он наблюдал, прилетает листочек, что пропали дети. И дети реально пропадают прямо на глазах нашего журналиста. Он то ли журналист, то ли непонятно кто, какой-то детектив. Я так понял, что он работает на вот этот канал, который называется там ТВ4, что-то такое. Сейчас вот мы выйдем из... закончится этот ролик. Мы выйдем из своего этого вагончика, я вам покажу. Да, все, ворон, короче, закинул туда детей. Видимо, запер их на чердаке. Да, мы, собственно, начинаем. Давай, вылазим. Я вам покажу. Вот он. VCR или RCV, может быть, какой-то. 4TV, какой-то канал. В общем, мы, видимо, журналист. Либо непонятно кто, либо детектив какой-то частный. Так, значит, что? Во-первых, давайте камеру установим. Ну, это нужно... Так, это нужно по-любому делать. Давай, залазь сюда быстрее, мужик. Так, камеру мы, короче... Что происходит? Что... Так, ворон там каркает. Так, камеру берем. Вот. Ставим ее сюда. О, он сидит, смотри, ему еще ему барабер. Ему барабер, смотри, он сидит. Так, ладно, окей. На цел у меня ничего не происходит. Наша задача, короче, попасть вот сюда. Вот, в эту комнату, да? Забрать, вот тут можно огнетушитель забрать. Вот, ну и, собственно, нам нужно еще с вами попасть вот сюда. Сюда нужно притарабанить. Притарабанить, короче, генератор, подключить его, чтобы здесь электропитание. Ну и открыть, забрать отсюда этот, как он называется, короче, который дергает гвозди. Глаз додер, собственно, так он и называется. Так, ворон, а чё мы сидим? О, не-не-не-не. Что это значит? Так, затрещал что-то, я камеру. Пойдет, не пойдет. Я что вот не понял, как он. Ага. Иди проверь, иди код введи. Я так и не понял, зачем нам, правда, вот в эту каморку залазить. Ну, для чего-то, видимо, надо. Там мы сейчас с вами пойдем и раздобудем генератор. Генератор, по-моему, там у нас был прям заряженный, бензином заправленный, поэтому я думаю, что... Так, ух, да, я прям... Давай, подтягивайся, бро. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. А, да, отлично, вот он. Вот он, генератор. Да, ну-ка, подожди, давай, попробуем его развернем. Да, он заправленный просто на всю. Все, собираем его, отлично, генератор у нас в кармане. Так, надо теперь отсюда как-то спуститься. О, я прицепился, оп. Конфетка какая-то валяется, алло, ну-ка пошли попробуем взять. Блин, я сейчас опять потеряю. Так, так, так. А если вот так? Оп, и допустим... Ага, отпустить и забрать, да? Ой-ой-ой-ой, забрать. Так, все, заберись. Не-не-не, все, он у меня, да, он у меня. Только, так, 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 не забаговался? Не, все. Там, видал, там конфета лежит. Так, а что с конфетками? А как подняться туда? Так, а тут открывается? Тут ничего не открывается. Не, это может быть, кстати, просто бутафория какая-то. Я не знаю, но сейчас посмотрим. Так, какие-то тарелки. А где эта конфетка? Я ее явно где-то видел. А теперь не вижу, прикинь. Так, тут не открывается ничего.
А где это было? А, это вот выше еще было, что ли? Ладно, давай залазим. Ай, блин, так, ладно, давай прям к стене вот так попробуем. Давай, 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 давай. Во, отлично. Залазим. Оп, оп. Все, мы здесь. Да, конфетку можно взять, а что с ней делать? Блин, ее муж куда-то? Может, ее кому-то надо дать, алло? Вот это прикольно. Так, а ну-ка, прыгаем, конфетку потеряем? Нет, конфетка в руках по-прежнему. Так, ну ладно, окей, я обещал вам показать не это, я хотел вам показать другое. Вот смотри, теперь... Ай, я перелетел. Неправильно. Тихо, 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 тихо. Да блин, нет, 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 бро, отстань. Он меня схватил. Че, куда? Где я? А, все, все нормально? Да, все. Все отлично даже, я бы сказал. Так, уйди, уйди, бро, уйди, пожалуйста. Да мне просто, мне на дерево надо залезть. Мне просто надо на дерево. Как, я залез на дерево? Не, я упал. Не, я на дереве. Ой, ё-моё, опять упал. Где ты? Ай, блин, я запутался. Где я? Где он? Так, мне надо вот на эту ветку. Вернее, даже не на вот эту, а вот на ту. Давай. Давай, 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 давай. Хоп, 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 хоп. Да. Почему я падаю и теряю? О, он что, забаговался? Он цокает где-то стоит. Так, давай попробуем, короче, залезть. А вот сюда. Оп, оп, оп. Я встал? Вот на эту ветку. Вот, все, отлично. Смотрите, переча. Что мы можем взять? Мы можем взять с тобой коробку и попробовать ее зашвырнуть. Ай, блин, не попал. Так, ну мы можем даже отсюда попробовать с тобой что-то поднять. Допустим, вот этот мусор. Сейчас он будет мимо проезжать. А, нет, я не достаю. А что за фигня? Я до этого доставал. Сейчас, 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 сейчас. Давай, 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 давай. Ну, бери. Че ты не берешь мусор-то, алло? Может, у меня полно все? Нет. Я брал. Я до этого брал. Серьезно тебе говорю, брал. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот. Во, взял. Отлично. Взял, давай попробуем зашвырнуть теперь. Оп. Что такое? Почему не можешь попасть? Блин, запарил. Давай, бери. Оп, отлично, еще раз. Пробуем еще раз так пониже немножко, вот так примерно. Да! Видал, я теперь, короче, транспортную ленту в обратную сторону запустил. Все, теперь, по идее, у нас... Как звалось? У нас, по идее, теперь печка должна остывать. Вот. Блин, ну да, как бы, ну вот. Вот, собственно, вот это я и нашел. Вот, собственно, вот это так я нашел. О, я даже теперь могу сюда пролезть. О, май гад. Офигеть, бро. Вот это, до такого я еще не догадывался. Так, залазь, залазь. Ой, как классно. Так, ну у меня теперь есть огнетушитель, и я могу... Офигенно, да встань ты, что ты? Тихо, давай, давай, туши, туши. Тухнет, да, тухнет. Смотри, как классно. Все, ключ могу забрать, серьезно? Да, я потушил. Офигенно. Забирай ключ. Ебой. Так, ключ у меня? Да, ключ у меня. Все, пошли быстро замок открывать. Ай да, ай да, ай да, ай да. Оп. Так, я дотянусь отсюда, отсюда. А че нет? А че нет-то? Ключ же у меня в руках. Да. А почему? Не, да, а чё такое? Так, ладно, окей, мне нужна веревка. Мне нужна веревка. Воткнем сюда. И... Как запустить? Вот. А, да! А конвейер тоже заработал. Так, в обраточку. А, подожди. То есть, это просто включает конвейер? Это включает конвейер, прикинь? Это тупо включает... А как мне забрать? Так, хорошо. Хорошо, давай попробуем. Может, это надо с улицы сделать? Да-да-да-да-да. Может быть, это надо с улицы, бро, сделать. Подожди. Так, хорошо. Лента... А, вот она едет. Вот она, лента едет. Я могу присесть. И могу на ленте... Попробовать пробраться, но тут вода. Она, возможно, мне не даст. Да, видимо, воду надо как-то чинить, бро, прикинь.
А я не могу протиснуться даже сюда. Серьезно? Так, подожди, возможно, тут еще есть какой-нибудь проход. Давай, залазь ты, блин. Так, может быть, это можно сделать с этой стороны? О, тут надо внутри вырвать. Мне в любом случае, короче, нужен гвоздодер. Прикинь? Чтобы здесь оторвать, а потом вот так по конвейеру сюда проехать. Что? А здесь тоже нет. Так, а может быть, гвоздодер можно сбить на конвейер? О, точно! Его можно сбить, попробовать каким-нибудь мусором, хламом каким-нибудь. Сбить его вниз, чтобы он упал на конвейер, да? А, так, тихо. А если его... Так. А нет, отсюда я не могу это сделать, я его не вижу даже. А может быть, это и не отсюда надо делать, а? Что, если это не отсюда надо делать? Может, тут какое-то есть отверстие? Нет. Нет, тут никаких отверстий нету. Блин. Как же это сделать, бро? Так, подожди. Вот это что такое? Это ничего такого. Так, тут решетка везде. Я никак не протиснусь. А какой смысл тогда во всем этом? И вот, собственно, непонятно, как забрать этот гвоздодер наш. Его нереально забрать, никак, абсолютно. По крайней мере, мы знаем теперь, как потушить печку, да? Как забрать ключ. Но не знаем, как забрать гвоздодер. Отсюда это сделать тоже. Так, там телефон. А, раздобыть телефон, вон он телефон. Смотри, что я нашел. Смотри, что там телефон. Но эта фигня туда не пролетает, да? Так, а если отсюда? О! Вот телефон! Я увидел телефон, ты видел? А ну-ка, залазь, быстрее. Я увидел телефон, бро. Я увидел телефончик. Вот он лежит. Он на конвейере прям лежит. Блин. Если я запущу конвейер... А почему эта фигня не в телефон попадает, а? О, да он шевелится! Так, подожди. А ну-ка, залазь, пошли. Пошли. Блин, да как тут залезть? Куда тут залезть? Так, мне надо сюда. Так, ворон, иди нафиг. Мне надо просто запустить конвейер и в обратную сторону. Так, запускаем, да, туда. Все правильно. Да иди ты нафиг, ворон, ну пожалуйста, ну. Ты можешь меня отцепить? Ну пожалуйста, я же зацепился. О, все мои вещи. Ладно, окей, пойдем. Что мне надо? Мне надо глушитель. Не глушитель, а... Да ты отстанешь ты от меня или нет, а? Ну ты что такой? Ты что такой трудный? Ну что ты, блин, лезешь постоянно? Ну что тебе надо, а? Ой, блин, то он забагуется где-то, его не видно, не слышно, то он лазит. Огнетушитель забрал! А ну-ка, верни его! Правильно. Правильно, отдай огнетушитель, иди нафиг. Ух. Так, ладно, я сбежал от бабушки. Я сбежал от ворона, иди нафиг, блин. Так, телефон ездит по конвейеру, значит. Тихо. Тихо, бро, куда-нибудь залети, не разбейся только. Так, я куда-то залетел. Ладно, я залетел сюда. И к ним, вот он конвейер, он мне и нужен. Мне теперь надо увидеть, как телефон, он ездит по конвейеру или нет. Да, он где-то ездит. Он определенно где-то едет по нему. Правильно же? Вот, если я еду. Тихо, что тебе надо, иди нафиг. Нам остается только дождаться, ребят, когда телефон к нам в руки сюда попадет. Давай посидим и подождем, собственно. Он должен сюда приехать, потом мы звоним. Вот он. Давай, бери. Да, есть. Все. Теперь мы берем, звоним. Во, точняк. И ворон должен пойти и ответить на телефонный звонок. Правильно же? Правильно.
Совершенно верно. А у меня нет монитора. Прикинь, у меня нет монитора. Все, ну... Но я зато знаю теперь, как его заставить это сделать. Так, это что? Это моя эта фигня, цеплялка. А где мой монитор? Монитор. Где-то тут мои вещи были, но он их все раскидал. О, блин, как же так-то, а? Как же так получается? Где, блин, этот? Ой, тихо, открой. Да тихо, давай, бежим отсюда нафиг. Так, мне нужен монитор теперь. У меня есть телефон, я могу ему звонить. Так, давай. Так, как же поступить? Я позвонил. Все, пошли монитор искать. Пока он там пошел, короче, отвечать на звонок. Вот тут что-то летало. Где-то вот тут, может, мои вещи. Где? Куда он мои вещи девает? Мне кажется, он их собирает. Нет? Еще раз. Звони, бро. А то он сейчас выбежит. Вороны где-то тут летали, а я не могу вещей найти. Да блин, звони. Вот, все. Да иди ты, там тебе звонят, срочный звонок, блин. От президента, давай, иди. Так, он побежал. Побежал. Я говорю, срочный звонок у тебя там, иди прими. Он же балбес. Ну все, это короче, надо начинать сначала, короче. Все, понятно, теперь еще один пазл сложился у нас. Теперь еще кое-что нам стало известно, что мы можем сделать. Но я теперь, к сожалению, не могу найти свои вещи. Он должен их где-то складывать, по-любому. Где-то в доме они лежат, возможно, даже где-то вот здесь. Но нет. Сейчас тут их нету. Так. Давай, где? Выбери. Ага, телефон зазвенел. Так, телефон зазвенел, а я попытаюсь потихонечку полазить. Вот, он вводит теперь код, видал? А мне нужен мой монитор, но его нигде нету. Какого фига? А, ты здесь уже, блин. Да я просто этот холодильник хотел починить твой. Посмотри, что-то там протекает он у тебя. Блин, ну что ты такой наглый, а? Короче, ладно, ребят, давай тогда на этом закончим. Уже кое-что нам известно. В следующем видео уже будет спидран, наверное, надеюсь. Ну, мы сможем, по крайней мере, да, уже как бы взять, что, огнетушитель знаем, как взять. Знаем, как, где найти телефон. Если он только всегда здесь спамится, возможно, это рандом просто был. Если это рандом, то это будет сделать сложнее. Хотя генератор всегда там спамится в том месте. Поэтому. Вот, и непонятно, что еще делать с конфетами. Тоже напишите в комментариях, если вдруг вы... Знаете, что делать с конфетой? Вот. Было бы прекрасно. Я бы мог тоже, скажем так, проверить, что с конфетой можно сделать. Веревка там наверху тоже у нас спамится постоянно. Поэтому, возможно, что у нас все и получится в следующем видео. То есть мы сможем взять с вами телефон, позвонить ворону. Вот. Ну а куда он девает вещи наши, это вот совершенно непонятно. Он где-то схватил мой монитор, куда-то отнес, а куда положил? Ой, что такое лагает? Вау, смотри, опять меня взял. Так, ладно, короче, все, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был FunnyGames. Всем удачи, всем пока.